Задачка просила Архимеда. Дан радиус сферического зонда. Надо найти массу этого зонда. Сила Архимеда действующая будет выталкивать углекислый газ из атмосферы. И запишем условия равновесия, когда шар плавает. Потом из Менделеева Клаперона выразим плотность, масса, деленная на объем. Атмосферное давление нам дано. Малярная масса СО2 дана. И отсюда найдем плотность, которая нам необходима для того, чтобы подставить условия плавания, условия равновесия. Объем найдем по формуле объема шара с известным радиусом.